эфире. Самый запад России. Красавец стадион Калининград. Именно здесь все готово к началу матча 6-го тура НЛБН первенства России по футболу среди команд первой лиги, в котором встретится сторожил Лиги Балтика и самая молодая команда первенства Краснодар-2. Шестой тур первой лиги стартовал. С правой ноги, с левого полуфланга, он один остается у мяча. Итак, удар. И мяч в сетке! Владислав Лазарев! Вот такое исполнение! А ведь до этого момента забивал-то исключительно воспитанник калининградского футбола, только выходя на замену. Он у Вали Ахметова под правой. И тут пошла на Гузину передача. Штанга! И Казаев забивает второй. А что ему еще оставалось сделать? Ворота пусты, мяч на ноге. Забивай, не хочу. Казаев хотел забить. Балтика в атаке. Вали Ахметов вновь под правый мяч. Пошла мягкая в штрафную. Удар, перекладина. Добавить надо. И рядом со штангой это был уже удар через себя в исполнении Дмитрия Баркова. И вновь трибуны заводятся. Послушайте. Влево кинул взор, кто атаку поддерживает. И в это время попал под подкат. А это что такое? А это будет удар в сторону и в створ ворот. Краснодарцы отвечают. На 82-й минуте и 8 до конца матча еще есть. В атаке у балтийцев был потерян мяч. И очень быстро перевели его в свою атакующую треть краснодарцы. Угловой с правого фланга был разыгран. Лазарев с мячом под правой. Под правый мяч. Двое встречают. Пошла подача верхом. Удар. И что голкиперта, а? Ну что ж ты, дорогой Валентин. Тут твои партнеры так постарались, а ты чуть было не подвел Гришин-то, а? Неуверенно сыграл. И в итоге арбитр останавливает игру. Победу одержали хозяева.